Всем привет. Заскочила в эпицентр, ходила глянуть в садовом центре цветы. А что, он все равно закрытый. Тот раз был закрытый, опять он закрытый. Ну, не удержалась, немного купила. Немного купила пакетиков. Я уже сама с собой смеюсь. Это все диагноз. Все. Или надо, чтобы весна началась. Или прекращать по таким магазинам ездить. Я взяла скотч специально такой, знаете, он малярный. Вот там мне надо кое-что подкрасить. Я тут с двоякой целью его купила. Все нужное. Погодка такая хорошая. Думаю, прогуляюсь. Как раз по делу все. Ну, нет, ничего такого супер-пупер. Не взяла. Я так думала, там будет открыто, а не закрыто. А семена там, 3 стеллажа было на ветер. 3 стеллажа всего там стояло возле касс с семенами, и то неинтересными. Так что я не удовлетворилась. Ой, ладно, теперь иду домой. Все-таки я там была на конном рынке у нас. Там есть небольшие такие павильончики, магазинчики. Вот там семян завались. И девчонки там тоже такие, знаете, пришибленные, как и я, на всю голову. Но я имею продавцы. И тоже такие все, все бы купили, все бы хотели. Но там выбор действительно прекрасный. Там выбор есть. Я там уже раз была. Даже снег есть. Там я раз была и брала. Уже тоже там семена хорошие. Сейчас тут еще по рынку пробегусь. Это на героев труда. Конечно, тут уже рынка того нету. Много сгорело всего. Зато снег есть. Мелкий снежок. Хочется селедки купить. Селедину треба купити. Картохи в мундирах, селедину і цибулину. І весь обід. Отак я хочу зробити. Зараз, якщо по пути попадеться, селедка. Аж слюнка потекла. Хочеться селедочки. З картошечкою, знаєте, яка отак береш, вона сварилась і лопнула, і тріснула. От, обожаю таку, вибираю тільки таку. Почти дома, лесом, полем, любимым частным сектором и домой. Хорошо сейчас транспорт бесплатный. Туда-сюда промотнулся и на месте. Ох, я еще записалась на УЗИ щитовидки. Доктор звонила, посоветовала, сказала, пройди, посмотрим, что там с щитовидкой. Записалась на следующий понедельник. Так что, ну не в свою, а в другую поликлинику чуть дальше. Ну, придется съездить, на трамвайчике съезжу. Сейчас бесплатно можно проехать. С утра так хорошо было, снежок срывался. Такая тихая погода, прям зимняя. А сейчас уже все растает. Ну, ветер холодный, но растает все потихоньку. В этом году снег не задерживается прям. Не хочется, чтобы уже и намело снега по колено. Это не надо, но... Ну, ладно. Машин я смотрю последнее время. В Харькове очень много стало. Очень много. Люди вернулись в свои дома. Вернулись, как каждой птице хочется к себе домой вернуться поскорее. Как бы плохо ни было, все равно все возвращаются домой. Кто что смог там подремонтировал. Я вот ехала много домов на Северной Салтовке, побитых, без окон, окна забиты. ДСП, досками, пленкой, кто чем.
И, видимо, люди все равно повозвращались. Хоть и холодно, я думаю, там будет в квартирах. Все равно люди повозвращались. У нас самих в подъезде окна на двух этажах выбиты, забиты пленкой. Ну, зима не холодная, нормально. Так что даже цветы в подъезде не померзли. Я так иду быстрым шагом, уже аж задыхаюсь. Отвыкла. Все дома сидишь, мало зимой двигаемся. Надо двигаться, тренироваться. Ой, вот такие вот дела. Коты остались на хозяйстве. Сейчас приду, покормлю сама. Тоже нагуляла аппетит. А, я ж хотела зайти купить селедыну. Сейчас, если будет там в киоске по пути, забегу куплю. Что-то селедыны захотелось. Селедыны. Я зимой селедку ем, летом нет. Так-то зимой холодно, хорошо хранится. А летом жара, и когда-то так траванулась, что ем селедку только в те месяцы, в которых есть буква «Р». Вот, посчитайте, в каких месяцах есть буква «Р», в тех и можно есть селедку. А потом поймете, почему. Ладно, всем пока. Приду домой, может быть. Поужинаем вместе с вами. А может быть, поужинаю сама. Все, пока. Ну вот, прибежала. Прям голодная, как зверь. Я быстренько картошку поставила, уже скоро. Скоро уже закипит. Сейчас. Все-таки купила селедку. 120 гривен килограмм. Продавец в киоске. А, тут рядом, возле дома. Киоски, знаете, уже что не знают местных своих жителей. Каждый раз же часто то покупаем. Она говорит, вчера тоже брала вот эту селедку. Очень вкусная, сказала, и жирная, и косточки хорошо отходят. Я говорю, ну сейчас приду попробую. Так что сейчас буду пробовать. У меня еще фиолетовый лук остался. Я сейчас вот этот лучок уксусом маслечком полью. Рыбку порежу. Отведу душу. Что-то так захотелось рыбки. Да, зимой надо такую рыбку кушать, летом нельзя. Летом можно так травануться, что дядя доктор не поможет. Сейчас. О, луковица большущая. Сейчас сразу. А я там еще в киоске купила груши. 4 грушки. Селедка тут 120 гривен килограмм. Но я вчера была в другом магазине, так подальше, в супермаркете. Там по 70 гривен селедка. Ну, какая-то она, знаете, стрёмная была. Я думаю, лучше, наверное, я возьму вот эту. Так, соском полила. Сейчас посмотрим, что тут за селедочка попалась. Уже и картошка закипает. Я поставила там что 4 картофелины в мундирах. Что там такое? Соломон. Конечно, я селедку терпеть не могу чистить, но придется. Я, наверное, и чистить даже не буду, так распотрошу ее и на кусочки порежу. И всех делов. Так думала, попадется селедка с икрой. Не. Вот эти молоки попались. Ну ладно. Редко попадается с икрой селедочка. Редко. О, какой у меня сегодня шикарный обед.
А может уже и ужин, я даже не знаю, сколько времени. Сейчас туди-сюди и уже все будет готово. Такая сегодня погода какая-то странная. Голова раскалывается, хвост ломит, шерсть клочьями выпадает. Так что погода не очень. Ой, для меня чистить селедку это подвиг прям. Просто надо настраиваться заранее, чтобы селедку почистить. Еще запах вот этот селедки я не люблю, а есть люблю. Конечно, я не фанат рыбы, я не фанат селедки. Но когда есть свеженькое, знаете, хочется и съесть. Сейчас так, кусочками наложу на луковую подушку. Все. Сейчас попробую даже. Картошечка кипит, селедочка лежит. Сейчас тут у меня где-то масло было, блатное, оливковое. Надо его расходовать. Вау, вау. Да, умочка, а ты рыбу не любишь. Ты рыбу не любишь, мой золотой. Картошку накрыть надо бы. Крышкой. Крышка нашлась. Сейчас даже попробую. Не втерпёшь селёдку. Скажу. Скажу, такая или не такая. Сейчас, умочка, выпущу. Селедка бомба, так как и сказала продавец, жирная, меру соленая, какая классная. Ну, девчонка торгует, она же знает своих покупателей. Когда я тоже что-то покупала у нее, ну, киоск там у нее. В основном овощи, фрукты, зелень, вот это продается. Ну, попутно там еще что-то. Что-то я покупала мне, то ли инжир. Ну, неважно. Она говорит, я говорю, дайте мне 300 грамм там инжира. Она говорит, не дам. Не дам. Все, поняла, что значит не надо брать. Что мы это? Жирная, вкусная, обалденная. Фиолетовый лучок. Лук уже не острый, уже сладкий. Ну, добрый, добрый. Дождусь ли я, пока сварится картошка. Это же надо набраться терпения, дождаться, пока сварится картошка, а терпения нету. Ладно, а что я там еще взяла? 4 грушки взяла, называется сорт киргизская. Почему я такие взяла? Дело в том, что я покупала грушу, сажала саженец груши на даче. И тоже такой сорт. А пробовать не пробовала. Думаю, надо будет купить когда-то такую грушу. Но что же я там насажала на даче, попробовать. О, солнышко пробивается.
Вот такая игрушка. 42 гривня килограмм. 4 штуки взяла. Сейчас попробую. Солнышко пробивается сквозь тучи. Если она сейчас продается в феврале, эта груша, значит, она зимняя. Я покупала, знаете где, питомник под Харьковом вывозил и продавал саженцы. И весной они продавали, и осенью. Я, по-моему, сажала осенью. Уже не помню, мы с Сашкой сажали, наверное, осенью. И там такая груша киргизская была. Была. Я покупала. Сок аж течет. Груша замечательная, но я оставлю после обеда съем. Я попробовала, очень вкусная. Она, видно, уже влежалась. Даже не оставлю. Во, проголодалась, Наташа. Мякоть, знаете, хрустящая, как в яблоко. Не такая мягкая-мягкая. Хрустящая, но она спелая, полностью спелая. Груша сладкая, сок аж течет. Ну, классно. Взяла такую самоклеящую ленту. Ну, тут для нескольких вариантов. Где там что-то подкрасить, мне надо будет окно подкрасить, заклеить. Плюс еще девчонки говорили, что можно на ней писать. И, например, в морозилку там что-то там подписал, кулечек с каким-то продуктом, с фаршем там или с мясом, там с чем-то, с овощами. Подписал, и все, оно приклеивается. И еще, может быть, для рассады. Рассада, если будет, тоже название там сорта, дату посева, я думаю, тоже можно будет это применять. Ну, попробую, не знаю, вы таким пользуетесь. Она есть разной ширины. Я взяла самую маленькую, 30 миллиметров, 3 сантиметра шириной. Я думаю, хватит ее, 30 миллиметров. Я просто не знаю, как она будет держаться. Например, после того, как ее приклеишь на кулечек и в морозилку, не будет ли она отклеиваться. Ну, посмотрим, попробуем. Ну, вот это, знаете, сопутствующий товар. Салат. Может, даже на балкон посею пару штучек. Вот базилик красный. У меня семена есть дома фиолетового. Я взяла такой красный, не знаю, какой он будет. Капусту позднюю, герда. Не встречала я такую капусту. Но потом разберусь, почитаю более внимательно. Я помню, покупала семена капусты, но только там какой-то один сорт, и все. И вот эту еще капусту красную взяла. Лангесвит Ред. Капусту красную я сажала раньше всегда, часто. Она поздняя, эта капуста, да, сорт поздний. Красную капусту сажала, а последние пару лет я ее что-то забросила, не сажаю. Но на салаты зимой она вкусно идет. С майонезиком, с маслом. Ой, сейчас иду, умочка. И кукурузку взяла. Ранее спелый сорт, деликатесный. Я взяла, потому что не помню, есть ли у меня на даче или нет. Так, все, по техническим причинам надо мне выйти, вывести ребят, на улицу просятся коты. Как раз картошка сварится. Ладно, буду прощаться. Всем приятного аппетита, кто будет обедать, ужинать. Я вот с селёдочкой побалуюсь. Конечно, набросала так гору. Ну, для себя. Для себя любимой. Не на праздничный сорт, не на праздничный стол, а так, для себя. Абы бегом, абы поесть. Ладно, всем пока, увидимся.